людей, которые здесь вот находятся в лагере, они первый раз, может быть, за последние какие-то месяцы выехали на природу, выехали для общения, выехали вообще в круг людей каких-то. И это важный момент. Вот здесь вот они переживают особое отношение к себе. Отношение не как к людям с ограниченными возможностями, а как к равным. И они сами это признают, они сами об этом говорят. И это удивительно. Мне все нравится, потому что атмосфера нормальная, и дружество хорошее, взаимоотношения. То есть то, что если я приехал в лагерь, у меня тоже была нужда по проблемам со своим. Не узнал, что есть такие. В детстве я тоже до 3 лет вообще не ходил. А в лагере попал, потому что у меня брат Алексей, дедя. Вот и все. А что это у тебя за мотоцикл такой интересный? Ну, это мотокосер. Это называется? Ну, мини-мопед легковесный. Поехали. Хороший лагерь, добрый лагерь, с добрыми традициями уже, наверное, на протяжении 4 лет, которые у нас появились традиции, с хорошими, прекрасными людьми. На самом деле это замечательные люди, просто с красивой душой, с красивыми жизненными принципами, вот, с открытыми сердцами. И благодаря этим людям мы даже питаемся чем-то хорошим, добрым и становимся такими добрыми, как и они, открытыми. Экстремально. Вас вдохновил этот лагерь? Хороший вопрос. Да. Нравится. Люди нравятся. А нравится, что нас так Бог использует. Вот Костик нравится. Дети нравится, что с нами. Пусть кричат, пусть плачут, пусть болеют, все равно с нами хорошо. И вот Толик сидит, он вообще не имеет возможности ходить. И он счастлив, он пел вчера, наверное, вообще первый раз в жизни. Он имеет голос, он пел вчера народную песню. Очень боялся это делать, но сделал. Нету спокойно, тихо, никто не тревожит. Я только приехал, детвора до меня как позалазили, я их катал. Здравствуйте! Кто это? А кто здесь у нас такой? Ждали целый год, чтобы поехать в этот лагерь. И вот, наконец-то он состоялся. И мы все рады, что этот лагерь проходит. Такая классная погода, такая хорошая программа, еда. Чудесным образом здесь собраны люди, которых Господь здесь собрал для того, чтобы мы им рассказали о Спасителе, о Христе. Пусть Господь благословит всех людей, кто принимал в этом участие, поддерживал нас. И также благословит нас дальше быть светом и солью в этом лагере.